Всем привет! Это Дина Ракета и проект Bad Day NYC. Мы находимся на New York Fashion Week. И это видео о том, как попасть, как просочиться на мероприятие модной недели, если вы являетесь простым смертным и, конечно, если вы находитесь в Нью-Йорке. Поехали! Свет софитов на подиуме, тысячи фотокамер, идеальные модели, сумасшествие дизайна и светский гламур. Если вам это интересно, то ваш путь лежит в Нью-Йорк, мировую столицу моды. Два раза в год здесь проходит неделя высокой моды. Нью-Йорк Fashion Week. Это происходит в сентябре и феврале. Но помимо этих мероприятий, в Нью-Йорке постоянно что-то происходит, связанное с фэшн-индустрией. Так как же попасть на эту New York Fashion Week? Здесь есть три варианта. Первый. Вы покупаете билет за бешеные деньги и смотрите показ. Вариант номер два. Вы работаете в сфере индустрии моды, журналист, фотограф, мейкап-артист, и вы, конечно, ищете возможность как-то поучаствовать в этой неделе, что практически нереально в реальной жизни, так как вы должны быть, ну, очень крутым, к примеру, фотографом или очень знаменитым блогером. Вариант номер три. Иногда дизайнеры устраивают открытые показы прямо на улицах Нью-Йорка, как в этом году, например, сделал дизайнер Кельвин Кляйн. Но об этом мое следующее видео. А пока получается так, что попасть на неделю моды практически нереально. Но есть один секрет. Во время этой самой основной New York Fashion Week организуются местные показы молодых дизайнеров, а также проходят параллельные недели моды, как, например, Style Fashion Week, или, например, New York City Fashion Week, или New York Fashion Week. Ну, в общем, их очень много, ребят. И на эти мероприятия довольно легко попасть. Да, они будут немножко отличаться по качеству от тех настоящих дизайнеров высокой моды, но дух недели моды и тусовка, и подиум, и модели – все вы получите. Если вы не гурман от моды, то вам это будет более чем достаточно. Крепнейше могу оказаться Дина Ракета, как и в космическом корабле. Но сейчас это космический корабль. Дело в том, что то шоу, которое сейчас мы с вами видели, оно проходит в здании музея моря, воздуха и космических музеев. Комплекс под названием «Бесстрашный», который находится на самом настоящем авианосце. Здесь у нас представлены Ну а теперь для тех, кто потратил 3,5 минуты своего времени, чтобы посмотреть это видео, информационный подбор. Есть такой волшебный сайт eventbrite.com. Мы регистрируемся на этом сайте, вбиваем в поисковике слово fashion, слово Manhattan и price free. И тут нам выпадает целый список фэшн-мероприятий на ближайшие даты. Регистрируемся, и вот вуаля! У вас есть проходка на фэшн-показ. Кстати, на этом сайте eventbrite.com можно много чего полезного найти, помимо фэшн-эвентов. Тут есть практически все, начиная от вечеринок до обучающих мастер-классов. На модный показ выходили с проектом That Day NYC. Ставим лайки и до новых встреч в эфире, друзья!